Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Третью Сибирь. В прошлой серии нам вот этот вот дядька выдал пропуск его больной жены. Но на пропуске нет печати. Соответственно, мы сейчас... Не знаю, что будем делать, блядь, на самом деле. Но что-то, я уверен... Восхитительный бардак. Куда лучше, чем рынки в Нью-Йорке. Но я уверен, что-то мы сделаем. У меня есть... Так, где у меня... Менюха-то. Менюшка, вот. Все, короче, я так на джойстике, наверное, и буду играть, потому что, блин, в прошлую серию играл нормально вроде бы. Подкладка для печати. Недействительный пропуск. Мы сейчас с вами пойдем в ту конторку, где выдают пропуска. Да, но у нас нет печати. Блин, а где же ее сделать-то? Твою идти. Странно очень, на самом деле. Погодите, а где же ее действительно взять? Что-то я, блядь, про печать-то и забыл совсем. Ну, ладно, погодите, давайте посмотрим хотя бы, сходим туда, глянем, что да как. Есть вариант такой, что сходить нам нужно будет к этому самому... К Юколу, который... резчик по дереву, что ли, кто он там? Столер или хуй пойми... Недалеко вот от этого мужика как раз. И так, не от этого, а от которого, который нам дал пропуск. Сейчас, подождите. Секундочку. Подождите. Слушай, а тут печка есть, смотри, я что-то ее не заметил даже. Ну что такое, блять, как вот эту хуйню посмотреть на? Ну, ебаные глюки, нахуй. Печати, но среди них ни одной подходящей. Она как-то странно, то, блядь, быстро идет, то медленно, нахуй пойми. Иногда непонятно, что это, что за хрень. Итак, ну-ка смотрим. Смотрим, менюшка. А я могу, наверное... Попробуем иначе. Нет, не могу. А если я сначала подкладку для печати положу? А потом саму бумагу. Да, действительно работает. Значится. Печать, блять. Это я забрать могу. Так, давай-ка мы ее закрепим, наверное, правильно? У нас что есть? У нас есть чернила. Я вот, кстати, не знаю, как этой хуйней пользоваться, блин. Вот она. А, ну, да, чернила. Вот это что такое? Что за краник, блин? Я не могу понять. Что он делает, блядь? Не знаю. Давайте так-так попробуем. Ну, у нас... Так. Это мы макнули, что ли? Хуй пойми. Не знаю. Так. Лишь печати нет. Как практично. Да подожди ты. Это может быть печать опускается, поднимается сама. Непонятно. Пока что, во всяком случае. Лишь печати нет. Да, сука, подожди ты своей печатью. Сейчас найдем мы печать. Так, эту подвинули. Да, она вот там двигается, эта хренотень-то. Ну, наверное, да, это что-то с печатью связано. Так. Вот. Дэцно. Печати нет. Ну, хрен с ним, пропуск пусть тут валяется, нам надо печать. А как, блядь, ее взять-то? Стойте, может быть, забрать тогда нам листок-то? Нам надо изготовить новую печать. А как мы ее изготовим? У нас есть лишь размытая. Так. Забирай. Забрали. И это заберем. Мне кажется, вот из этой подложки придется печать-то делать. Сейчас мы глянем, что там за пропуск еще плюс ко всему.
Недействительный пропуск. Чтобы пропуск стал действительным, нужно поставить на него официальную печать Вальсимбора. Сибирь. Блок. Прогресс. Правосудие. Генеральное консульство Сибири. Генконсульство, да? Пропуск. Блять. Ну, не знаю. Давайте тогда еще походим, что ли. Где-то ее надо изготовить. Где-то печать нам надо изготовить. А где? Может, подойти к этому херу, который тут вот на воротах стоит? Эй, ты хер. Он прямо источает любезность. Сомневаюсь, что с ним получится договориться. Достать вещи. Этот пропуск не соответствует правилам. На нем нет печати города Вальсимбора. Ну пошел ты, блядь, козел. Мне правда нужен пропуск? Не обсуждается! Перестаньте спорить, отойдите. Перестаньте спорить, блядь. Даже не начинал еще. Ладно, погнали. А ты нам что-нибудь скажешь? Не... А, кстати, нет, она просто так стоит. Ну, здесь вот точно никого нету. Здесь точно никого нет, только дохлый этот валяется. Кстати, на него посмотреть можно. А зачем? Может быть, вещи? Может быть, нет? Да не-не-не, тут что-то, блядь, другое. Гигантский кальмар в луже чернил. Бедняга. Бедняга, ну бывает, чё ж тебе. Выкинула на берег кальмарчика. Его бы пожарить или подсушить с пивком, самое то. От чернил только промыть по-нормальному. Так, все, погнали мы с вами. Погнали мы с вами. Нам надо, во-первых, может быть, зайти к кузнецу. Тут что-то можно с кем-то побазарить, смотри-ка. Мисс Кейт Уака найдет тут все, что ищет. Вот что-то, блядь, пока не найду никак. А, смотри-ка. Чуть-чуть. Это страус. На страус нам показывают. А ты? С тобой нет, с тобой только базарить можно. На страуса нам... Опа, мужика просто подвинуло. И с этим только базарить можно. Где? Вот где-то здесь у нас этот самый. Вот он. А вот с ним можно какие-то действия производить. Юкол в окружении деревянных статуэток. Резчик по дереву. Резчик по дереву, все верно. Блин, и что мне делать с ним? Нож тоже нет. Я, кстати, хотел почитать. А вот это? Какая странная статуэтка. То ли кальмар, то ли осьминог. Кальмар, осьминог. Здесь нет. А может быть, к этой сходить? Как ее? К шаманке? Может быть, она нам что-нибудь скажет хорошего. И здесь есть шкура. Погоди-ка. Но нет никаких действий. А тут что у нас? Какой странный запах. Странный запах. Тоже нет ничего. Так, давай тогда у нее что-нибудь спросим. Да не у совы, блядь. Да бляха-муха. Свечки она тоже зажигать не... Я, блядь, на кто нажимает? Да на. Твою же идти.
Здесь больше нет ничего, точно? Нету. Ситуевина. Так. Ситуевина. Не знаю, бля, что делать-то надо. Да подожди ты, бля, своим сердцем. Похоже, суеверие здесь часть жизни. Как же нам сделать пропуск-то, ядрит твою налево? А мужик тот ушел уже, интересно знать. Нет, кстати, он здесь до сих пор. Будете в Вальсамборе, загляните в мою таверну. Лучшая кухня в городе. Лучшая кухня в городе. Добрый день, сударыня. Странно, блядь. Сейчас, конечно, мы затупили, блядь, по-жесткому. Страусы тут, блядь. Проходите. Чё там делаешь? Мы спасены от проблемы с водой для страусов. Спасибо, мисс Кейт Уока. Мисс Кейт Уока. Кстати, вот тут есть наковальня, блядь. Блин, ну по-любому что-то как-то надо... Слушайте, может как-то вырезать эту херню-то, блядь? Взять нож. Я вот его взять не могу. Вот из этой штуки вырезать подкладку для печати, правильно? Вот этот кусочек. И проштамповать. Осмотреть, проверить. Вернуться. Проверить, блядь. Со временем печать отпечаталась в коже. И, похоже, это печать Вальсамбора. Погоди-ка, я могу еще раз меню выбрать? Чтобы выбрать нож? Не могу. Какого хрена, блядь, спрашивается? Так, ладно, тупим дальше. Че это? Думаю, местные мастера такие статуэтки десятками делают. Угу. Местные мастера-то, блядь, да пусть делают сколько угодно. Нас интересует другое. Страус. Блядь, вообще не понимаю. Какие милые страусы. Интересно, а можно... Чего можно? Ну ты его погладишь просто, да? Страусы. Почему, блядь, страусы-то, ёпты мать? Блядь, страусы. Ты страусов-то видела, блядь, хоть в жизни? В зоопарк сходи. Блядь, не страусы, а динозавры. Да страусы. Сука! Интересно, а можно? А чего можно? Покататься на нем? Брошюра. Как бы нам, блядь, ляпнуть эту хуйню? Может, я что-то не вижу, конечно. Может, тут куда-то еще зайти можно? Да вроде нет. Тут уж все. Я почему-то уверен, что мы эту серию просто протупим, блядь, с пропуском. А хули делать-то, блин? Я ж без подсказок играю-то, ну. Все сам. Да, конечно. Туплю сильно, но, бляха-муха, я стараюсь. А ты? Теперь клиент-туристы думать юкол и все воровать. Клиент-туристы, блин. Раньше мы как-то ладили с юколами. Раньше вы не выебывались просто, блядь, вот и все. Восхитительный бардак. Так, бляха, ты своим бардаком тут. Слушайте, ну здесь я вот все осмотрел. Ну нет тут, блядь, больше ничего.
Просто нету нихера. Тут эти юколята бегают, блин. Юколята. Ну, хуй знает. Ну, давайте еще раз туда, что ли, сходим. Может, что-то я там с этой печатью не то делаю. Не знаю. Так. Нет. Да, бляха. Может быть, тут что-то куда-то пройти еще можно. Нам чего-то не хватает. Какой-то хрени, блядь. Просто какой-то мелочи. Тук-тук, Цугар! Тук? Тук-тук, Цугар! Да ёпта мать. Какой-то мелочуги не хватает. Может, сюда можно пройти? Нет. Так. Тут дохлый кальмар. Сейчас повнимательней просто надо, наверное. У нас получается только три локации, блядь. Три сраных локации. Причем не больно больших. Так, не очень больших. Ты тоже нам ничего не хочешь сделать. А что там написано-то, кстати? Полицейский пункт. Угу. Здесь проверяют пропуска госслужащих. Полицейский. Пункт, блин. Да заходи, Китух. Ну ты чё тупишь-то, ёптё мать. Как же нам чего-то сделать? Ядрить твою налево. Не знаю. Я бы вырезал этот кусочек. Так. Может, что-то здесь еще есть? Может, на полу? Может, печка? Тут ничего полезного. Ничего полезного. Да, я могу прям так вертеть. Ничего себе. Так. А почему так быстро, блин, стало вертеться, блин? Хрен его знает тоже. Ну чё? Ну и хрен ли. Так, менюха, блядь. Попробуем иначе. Без шансов. Брошюра, блядь. Это не сработает. Свечки. Если вот невозможно. Сразу... Да, почему сразу-то её нельзя положить? Эту хероту. Печать. Только с этой подложкой, правильно? Недействительный пропуск. Все верно. Ну давай закроем очередной раз. Закрыли пропуск. И хрен ли. Лишь печати нет. Как практично. А может быть, что-то с воском надо сделать? Залить эту хрень, допустим, воском. Да, но... А где это сделать тогда? Хуй её знает. Ладно, пусть пока валяется здесь. Может быть, к кузнецу сходить еще раз. Ну а что там у кузнеца? У кузнеца только там печка, блядь. Так, побежали, бегом. Мы уже сколько тупим? 20 минут тупим, блядь. 20 минуток.
20 минуток. Может быть, растопить там как-то надо воск. Еще что-то. Так, погнали к кузнецу. Самое смешное, кузнец ничего нам не базарит, блядь. Вот единственное, что боюсь, как бы это каким-нибудь багом не было, блядь. А то мало ли что. Да уйди ее, твою мать. Так, где кузнец? Где-то здесь, вот же он. Что-то тут, ничего у нас нет такого, прям. Да вроде нету. Привет. Кунукмак, мисс Кейтвока. Нужно что-то ковать? Ну, вообще да. Мне нужна печать той же формы, что и вальсимборская, чтобы я могла ее использовать в прессе у ворот лагеря. Сложно. Нужен пример. Тук-тук. Достать, мисс Кейтвока. Какой образец нужен? Мисс Кейтвока должна дать пример в полный размер. Нет, вы что, смеетесь, что ли? Я же, блядь, подходил к нему, ёпты мать. Какого хрена, блядь? Я, сука, я эту хуйню оставил всю там. Конечно, пример. Сейчас мы ему дадим, он нам выкует печать, и все. Пропуск у нас будет. Ёб твою етина. Я же подходил к нему, что ты там спрашивал, блядь. В прошлой, что ли, серии или как дали? Хотя, может быть, у нас... В прошлой серии как раз и не было пропуска. Вот это вот без печати. Может быть, как-то это тут работает? Сука, вот сюда вот давай. Ядрит твою налево. Так, смотрим, ладно. Теперь хотя бы понятно, что делать. Эту хрень отжимаем. Это тоже. Давай, забираем. Раз. Забираем два. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, бежим. Бежим к кузнецу. Бля, я же думал, заглючила игра, бля. Бежим к кузнецу, отдаем эту хероту. И все. У нас будет пропуск в Вальсинбора. Он хоть она бегать умеет, блядь. 24 минуты, блядь. 24 минуты мы мозги ебали, блядь. А хули сделаешь-то? Я точно говорю, подходил к нему. У кузнеца я был. Эй, кузнец. Сложно, трудно. Нужен воск для отливка. А у меня есть. Так, воск где? Хороший хлам. Печать готова скоро. Печать. Печать. Ну, ладно, хоть у нас там все готово. У нас все есть. То есть у нас есть пропуск, у нас есть этот самый какой. Чернила. Просто сейчас ляпнем, и все готово будет. Наконец-то. Наконец-то. Ну, заходи, заходи. Ну, блин, почему так криво сделан? Я все чаще и чаще почему-то на кривизну стал обращать внимание, я вот заметил. Бляха, ну как бы это слишком сложно было. Нет, мы сделали, как в прошлые разы, блядь. Вон мышку управляешь, да и все, всю игру. Ничего больше не нажимаешь. Не надо ничего больше нажимать. Только мышь. Так. Лишь печати нет.
Как практично. Да сейчас будет, блять, не пизди. Попробуем иначе. Не понял сейчас твоего юмора. Так. Погоди-ка нахуй. Пропуск недействительный. Это мы закроем. А почему печать-то, блять, у меня? Забраковали. А я, может, поднять надо? Слушай, наверное, тут дрын, блядь, тут сейчас подымем. Надо как-то же засунуть печать. И куда ты, блядь, ушла? Нет, не так. Я хотел сделать. Так, не так. Вот. Ну, вот сейчас не понял. А почему? Может, надо вот это отжать, хренотень-то, блин? Бляха, это пиздец просто. Так. Угу. Нужно как-то поставить печать, иначе меня ждет неудача. Ту, сука, я понял, это, блядь, закреп, нахуй, печати. Еб, твою мать. Вот та штука, это закреплялась у нас печать. Так, ладно. Куда ты? Вот. Это закрепка печати. Уяк. Зажали. Повернули. Надо смакнуть же, правильно? Ебались. Оп. Отлично. Сейчас, блядь, пить. Да ёб твою мать, зачем я выхожу-то на? Сука. Смакнули этой хуйней чернилами. Есть. Теперь выход. Оп. Печать есть. Только почему-то она появилась раньше, чем я ляпнул. Ну ладно. Ты зачем вышла опять? Скажи мне, пожалуйста. Эх. Печать есть. Там какой-то Ктулху, блядь, вспомнил. Эти кальмары-то гребаные. А во что мы играли? В зов Ктулху, да-да. По Лавкрафту, блядь. У него была какая-то мания по головоногим. О! Добрый день, мисс Уокер. Наконец-то мы встретились снова. Мистер Кантин, что вам нужно? Вернуть вас домой, пусть даже и силой. Давайте. Протяните руки вперед. Я не пойду с вами. Слышите? Отстаньте! Вы тут одна, без друзей и союзников. Вам некуда идти, мисс Уокер. Будьте благоразумны. Повернитесь и протяните руки. Не заставляйте меня действовать силой. Мистер Марсон? Готово. Она у меня. Да, она в порядке. Мисс Уокер у меня под контролем. Я буду держать вас в курсе. Это может занять день или два. Полагаю, могут возникнуть некоторые бюрократические препятствия при выезде из страны. Послушайте, все эти нелепые обвинения – абсолютнейшая ложь. Убийство Ганса, растрата – это неправда. Мы зря теряем время, а ведь мне нужно помочь Юколам. Это очень важно. Я вам не враг, мисс Уокер. Если, как вы утверждаете, вы невиновны, то в ваших же интересах вернуться назад и снять все эти обвинения в суде. Здесь не стоит оставаться. Вынужден сказать, что у вас тут хватает врагов. Ничего личного, мистер Кантин, но я с вами никуда не поеду. Ни за что. Не думаю, что у вас есть выбор. Посмотрим. На помощь! На помощь! На помощь!
Боже, мисс Уокер, замолчите сейчас же, иначе я вставлю вам кляп. Удачи, мистер детектив. Глазам не верю. Да, да, я тоже слышал крики. Нет, не оттуда. С другой стороны, вон там, за мной. Так, надо освободиться и бежать, пока Кантин отвлекся. А у меня есть нож. У меня есть нож. Только не могу использовать. Погоди, погоди, что это? Что? Использовать брошюры. А что здесь такое? Подожди. Стеклянная бутыль. А если ее уронить? Давай уроним. А, типа осколками разрезать стяжки. А почему ты дальше кричать не стала? Там юколы, блядь, прибежали. Блядь, не разбилась. Ёб твою мать. Как ты так его смогла? Бесполезно. Как ты так смогла? Не разбилась. Проклятие. Надо найти что-то еще. Так, надо найти что-то еще. Я ходить-то не могу, что ли? А почему? Блядь, как медленно все это двигается. Опа, дровишки какие-то. Пригодится только, если я решу проломить Кантину голову, связанными за спиной руками. Ну, а почему нет? Как дала ему полено, блядь, похлебала. Что, фонарик есть, смотри-ка. На вид тяжелая штука. Может, толкнуть? Толкни. Ну, в нем лампочка тоже есть, по-любому. Только там уж больно как-то стекло-то тоненькое. Бля, музыка здесь такая здоровская. Вот чего-чего, а музяка здесь вот прям топовая, особенно в менюшке была. Так. Получилось. Так, теперь посмотрим на эти осколки. Прям какой-то New Age практически. Что ты там делаешь? Так, тут что-то... Тут несколько осколков, я так понимаю. О! Вот этот сгодится. Ну? Не работает, что ли? Китука, блядь. Нет, сработало, смотри-ка. Свобода. Надо выбираться отсюда, пока Кантин не вернулся. Ну, нам надо в Эльсинбора тогда, у нас пропуск-то есть. А куда он ушел-то? То есть он с юколами ушел куда-то? Хрен пойми тоже. Непонятненько. Ну, баба бежала, хоп, убежала. Эй, мужик! Что, блядь, все заглючило? Я только что звала на помощь. Почему вы не пришли? Вы же офицеры полиции. У меня приказ никоим образом не вмешиваться в деятельность американского детектива. Приказ самого верха. Кроме того, моя задача проверять пропуска у тех, кто входит в город. Остальное меня не касается, мисс. Понятно. Ваша инициативность поразительна. Ладно, я хочу вернуться в Эльсинбор. Без пропуска не пропускаем. Сейчас я тебе, тварь, суну в харю пропуск. А ну лови. Уокер! Нет, стойте! У меня ордер на арест этой женщины. Арестуйте ее! Мой пропуск! Отдай! Отдай, слышишь? Thank you.
Ну, выбрались мы наконец-то отсюда. До знакомства с Юколами, путешествие в Сибирь с Гансом Фаральбергом и Оскаром, Кейт Уокер была преуспевающим нью-йоркским адвокатом, и ее ждала блестящая карьера. Возможно, немного скучная на ее вкус. Тут, блядь, фамилия Фаральберг его зовут тут здесь. Неправильное ударение как-то стоит, блядь. Херово перевели, блядь. Озвучили, точнее. Хоть бы, не знаю, предыдущую часть послушали. Предыдущую озвучку. Там нормальная была, причем в первой и второй. Ух, ядрить-то. Это что такое? Да корабль? Порт? Непонятно. Но выглядит неплохо. Ну, выглядит неплохо, действительно. Нас мужик звал в таверну свою. Что-то мне это Black Mirror напоминает, кстати. Первую часть. Тут что такое, рыбой торгуешь, что ли? Булякину последнее время не сладко. Булякин. Свежие осьминоги, мисс! Мисс, осьминоги! Свежие осьминоги. Это ловушки для крабов, блядь. Я смотрел смертельный улов, блядь. Ну там квадратные, правда, были, блядь. Ну, похоже. Так. Сюда я не пройду. Вот это уже более-менее похоже на старую Сибирь. Ну, правда, разница в годах очень велика, а в графике тут не очень. А в графике-то прям, блядь, как-то... Такое ощущение, как будто в старую играешь. Если бы не кривизна, конечно. А куда мне бежать-то, блядь? Тут что, как далеко? Оба, вообще тупик. Или нет? Нет, на маяк! Да ты что? Я, кстати, могу поворачивать камеру-то. Там он рыбачок у нас какой-то. Опа! Закрыто, да? Здесь что? Ты купаться не хочешь? Рыбачок. Надо, наверное, с ним побазарить. Тут маяков-то много. Почему ты так странно бегаешь, Кейтуха? Добрый день. Что-то клюет? Если бы. Последние 20 лет рыбы все меньше, но иногда везет. Не понимаю. Странно это. Вы вроде бы хорошо знаете местность. Может, вы могли бы мне помочь? Меня интересуют местные легенды. Будто на дне озера живет какое-то чудовище. Это не легенда. Откуда вы знаете? Давно, когда лед вставал раньше, чем теперь, рыбаки бурили лунки во льду посредине озера. Иногда даже ставили прямо на льду времянки на зиму. Старики всегда говорили, что лунка должна быть маленькая, чтобы только рыба и прошла, не шире. Один парень, он сам себе на уме был, пробурил здоровенную, мол, так проще будет. Если крупное попадется. А потом, ну, верьте или не верьте, но в лунку отправился он сам, спиной вперед, прямиком в ледяные глубины. Быстрее, чем я это говорю, высунулась чудовищная лапа, сгребла беднягу и утащила его на дно. Поэтому лунки делают маленькими. Почему вы в это верите? Потому что тот бедолага был мой старший брат. И я в тот день рыбачил рядом с ним. Так что вы думаете? Всего хорошего, мисс. Всего хорошего. Ладно.
ладно, давайте. Я только сюда ради этого бегал. А я могу? На маяк не могу. Ладно, тогда мы пойдем сюда. Подожди, подожди, а там... Нет, туда, наверное, нельзя было пройти. Я думал, он по этому самому. По ограждению можно было пройти. Здесь у нас вроде как ничего нету. Пойдемте в другую сторону. С кем-нибудь поговорим. Легенда становится явью. Былью, точнее. Как-то куда-то зайти можно? А вот это что? Это порт, наверное. Блин, ну если здесь есть судоходство, это огроменное озеро, считай. Просто гигантское. Может, типа как наш Байкал какой-нибудь. А это может это самое море, блядь, Каспийское. Ох, блядь, эх, нахуй. Вот это залагало, блядь, вы видали, на? Я думал, все, игра зависла. Нет. О, наши люди, блядь. Капитан, не иначе. Не, блядь. Вы в порядке? Вы чуть не упали в воду. А, привет. О-о-о. Что? Это я, капитан. Обо. Обо! Гордый капитан. Такого же гордого кристалла. Так что не... Сэр. Приятно познакомиться, капитан. Я Кейт Уокер, я ищу часовщик Каштайнера. Коли упаду я в воду, моряк, то уж провалюсь прямиком до самого ада. Так что лучше не падать. Не падать в воду, матрос, понимаешь? Этот ублюдок ждет меня. Что вы городите? Чудище озерное нас всех поджидает, мисс. Да, всякому черед рано или поздно выпадает. Начатое надо заканчивать. А ну, снова в бой! Потому что никогда нельзя терять бдительность. Никогда! Я почему-то почувствовал сразу, что это капитан. Ладно, давайте на сегодня заканчивать. Продвинулись все-таки мы немного по сюжету. Не думал, что так надолго затянется эта загадочка. Но что есть, то есть. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.